Всем привет из консервной банки, меня зовут Айзи Кларк, и мы продолжаем выживать на корабле Шумура в ужаснейшей игре под названием Dead Space. Ну что, все готовы? Тогда поехали! Всех приветствую на моем канале, меня зовут Джимми, и мы продолжаем Dead Space'ить. Зона в... Беги, беги! Пошел ты! У меня кислород остался на минуту. Давай, шевели булками. Я верю в тебя. Я постоянно тебе об этом говорю, потому что я люблю. Я люблю это говорить. Господи, я сейчас умру. Нет, я точно сейчас умру. Аллилуйя. Я еще не умер. Ура, ура, ура. Давай. Так, надеюсь, за нами кто там бежит. Господи, что за противный звук? Что за сирена вообще? О чем дело? Да, что-то... Айзек Хэммонд, вы не поверите. Что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек, иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени. Я просто не понимаю, почему сразу нельзя было в тот раз, когда я уже был на медицинской палубе, сделать то, что нужно сейчас сделать, и взять то, что нужно сейчас взять. Почему я должен по 5 раз бегать туда-сюда? Так, я здесь был? Ну, если я, в принципе, возвращаюсь назад, наверное, я уже здесь был. Да, я уже здесь был, но... А какая тревожная музычка, так... Мне что-то уже как-то не по себе. Мне нужен срочно магазин. Мне срочно нужен магазин. Чё? Я не понимаю, что у меня с управлением? У меня почему-то очень... Хреново стал управляться персонаж мой. Что это там за звуки? Кому там ломают хребет? О, денежки. А в тот раз ящик-то был закрытый. А давайте я сохранюсь. Ж реально что-то у меня с управлением. И мне это не нравится, что это было, твою ж мать. Отвяжись. Кто там, блин? Где? О, фу. Так, блин, я... Это что, прикол такой? Я... Мне не нравится это управление категорически. Да твою мать! Чё там? Убей его, убей его! Я жму! Слушай, у меня все здоровье уже, брат. Посмотри, кто это такое. Ну-ка, прими дозу. Ну то я сейчас возьму новую аптечку. Мне реально что-то с управлением, оно глючит. Ну глю? Щит. Или я просто отвык уже? Да твой, ты откуда вообще вылез-то? Хрень. Развернись. Твою мать. Что? Вот она, эта хрень. Ты нахрен, нахрен иди. Давай я тебя прямой. Червяк хренов. Что это за кишечник, блин? Отвратительная мерзость. Ну конечно, давай, бери. Так, если я... Нет, да? Перезарядка мне никак не помогает абсолютно. Ты жми ты. Что-то опять с этой стрелкой гребаной. Какой этаж-то? Второй, что ли? Или первый? Как что нажать-то? Куда? Ну, перезаряди. Ну. Так, а что еще есть? Какое оружие? Вот это давай возьму. Возьму-ка я это. Ружо.
Так, я надеюсь, я правильно приехал. Да, вроде правильно. И вроде бы... Чё ты тормозишь? И вроде бы сейчас должен быть... Магазин. Да, ну-ка. Кто здесь? По-любому кто-нибудь сейчас. Так, пока трупак. Быстренько забегаем. Отоваримся. Давай, уже, давай, давай. Костюм, 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 костюм. Да, конечно. Что за мерзкая музыка? Да залезай ты. Бузя. Кот белый. Сделаем пересадку мозга. Ну, вот каких-то пластинок наставили больше, да, вижу. Мне главное, чтобы у меня места больше стало в рюкзаке. А остальное мне, в принципе, не важно. Что я могу продать? Или я не вообще здесь не могу ничего продавать? Ладно. И продавать и покупать я больше пока ничего не планирую. Блин, что это за правление, я не понимаю. Эу, что ты сделал? Ни хрена себе, ты еще плюешься. Ты тварь вообще. Кто тут еще? Тут еще одна хрень. Что я делаю? Иди, нафиг. Так, быстренько. Ты сдохла? А, вы все сдохли, отлично. Так, подарочков не оставили, да? А, вот тут что-то какая-то фигня. Да, кстати, надо посмотреть, что, сколько мы там. Ну вот, уже что-то. Не понял, у меня какие-то пластинки. Их надо продать. Они же только место занимают у меня. Ну-ка. Давай. Так, лазерный бас... А, это рюкзак, вот, рюкзак рубиновый, во, 10 тысяч, наверное, если продать, золотой продать, все, у меня теперь бабла до хренища и место. В каком-то рюкзаке, который, кстати, у меня в принципе отсутствует, его не видно. Ну, это же фантастика, это же будущее. Нанотехнологии, все дела. А, все. Мы отсюда... Стоять. Мы отсюда уезжаем, да? И больше мы сюда, надеюсь, не вернемся. А, навряд ли. Скорее всего, вернемся, потому что здесь еще были закрытые двери. Не зря же они были закрыты. Ладненько, давайте двигаемся в медицинский отсек. Таки мы прибыли. Оу, что-то здесь как-то совсем все плохо. В предыдущей локации было как-то все-таки повеселее, мне кажется, да? Ой, твою мать! Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Да я тебя в штаны наложил, блин. Изолировать, но много времени мы не выиграем. Воздух нужно отравлен. Уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Не понял, кто здесь лампочку поставил. Кстати, здесь были трупы в прошлый раз. Да? Здесь же были трупы. Они куда-то уползли. Вот эта вот хрень вообще меня прям напрягает. Ну да, мы здесь уже... Ты в силах помешать божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Это что, мне в голове, что ли? Я что, с ума сошел? Ой, картинки какие-то веселые. Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Я очень рад.
Ну, хоть бы раз какую-нибудь хорошую новость сказали, а? Кто мне щекотит все время сзади, не пойму. Надо сохраниться. Уть-уть. Прикольный звук такой. Сюда, что ли? Ну, давай. Ай, боже, боже. Где вы? Юж, мать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте. А, у меня нету. Как я вовремя про нее вспомнил. Именно тогда, когда она... Залазь, а! Беги-беги-беги! Пока! Надо купить эту штуку. Где тут магазин был? Магамазин? О, отлично, так. А как она выглядит, кто-нибудь помнит? Какая-то она такая... Да. 5000! О, дурак. Надо было на ценник сначала посмотреть, потом покупать. Охренеть вообще, 5000, это же... За какую-то хрень. Чё ты тут бегаешь, ты, поросёночек? Ты чё ты делаешь? Вот из-за тебя у меня, блин, подстрелили. Господи, что с ним происходит? Там, по-моему, опять эта хрень ползает. Да отцепись ты от меня. Что это? Что это такое? Фи. Все, я надеюсь, больше никого. Перезаряжайся. О, лампочки с вами включать, вау. Да-да-да. Я помню это место, здесь мужик. Бошку себе разбил. Так. Ну вот она, блин. Какого фига я покупал? Все, пошли дальше. Сейчас чувствую... Оу, в тот раз она так не делала. Это очень странно. Очень таинственно. Так. Быренько сейчас посмотрим, что я могу тут себе усовершенствовать. У меня есть одна таблеточка. Вот я хочу костюм все-таки. Кстати, я могу костюм, да. Давай сюда. Немножко здоровья все. Вкачаем. Ой, боже! Что это? Фу, какая мерзкая жопа там. Ты что тут делаешь? Ну ладно, лежи. Не буду мешать. А то ли мне кажется... Чё-то... Чё? Иди ты нафиг. Я, подожди, я пока не готов к таким близким отношениям. Так, перезарядка мне не нужна. Так, это ты. Так, давай тебя я, наверное. Так, 6 зарядов, отличненько. А, тут же ещё и баллончик есть. Давай. Да твою мать, я не понимаю, что у меня с управлением? Чё она такая убогая? Почему она так медленно поворачивается? Я ничего не делал, я вообще не знаю. Господи. Какая же ты тварь. Всё, ты умер. Это что это? Ты жив? Умер! Нет! Что это? Так, я лучше... Давай возьму вот это. Так, переверни. Эту писюльку тут стрелить. Все-таки попало, да? Смотри, что это? Ой. Да откуда здесь люди-то? И что-то не было никогда. Аптечка. Отлично. Все? Это все? Перный театр. Так, мне надо наверх, потому что здесь вариантов больше нет. Давай.
Ну да, нам в принципе остается у нас локации те же, просто нам усложняют задачу тем или иным способом. Иди ты, пьеха. Как-то тебя надо... А, слушай, я сейчас умру. Если я сейчас не успею пробежать, я точно умру. Так, давай, наверное, вот когда она оттуда поедет все-таки. Это надолго. Твою мать, а ну и как? Давай, выезжай уже. Ну вот, еще одна такая хрень. Да откуда здесь столько трупаков? Почему они такие мертвые? Опять что ли тебе надо? Пиу! Алахамора! Рядом с хим-лабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Давай, посмотри. Сейчас опять в открытый космос, да, пойдем? Тихо, лежать. Нет, слушайте, или да. Потому что в тот раз, по-моему, это была дверь закрыта. Да. Закрыта. А, я думаю, наверх. Как неожиданно. Вы меня прям удивили. Так. Слушай. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения. Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца. Вот я так же у зубного кричу, когда слышу такой же звук. Чё? Силовой блок. Схема получена. Волшебные каёбочки. И ничего интересного. А, вот еще одна. Какая интересная хрень. Ну вот это мне вообще не нравится. Это явно здесь неспроста. Это красопита. Что это, что у него там борода такая висит, что ли? Или пуповина на подбородке? Как оригинальненько. Фантазеры, блин. И что я сюда пришел? Миксер. Пожалуйста, ждите. Что мы делаем? Гоголь-моголь? Синтез антигена завершен. Что ты делаешь? Пожалуйста, заберите капсулу. Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди как вид не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Каким? Вот этим? Вот это? Вот этой? Или вот этой? Точно. Беги, что ты встал, блин? Куда бежать? Умри! Да откройте мне дверь, блин! Я не хочу с ним сражаться, я его не победю. Твою мать! Быстрее, что-нибудь другое бери. Хреново, блин. Отвяжись.
тварина, блин. Так, дверь откройте мне. Ты не сможешь убить это, Айзек. Оно постоянно регенерирует. Убирайся оттуда, беги! Какая прелесть. Блин, так, беги, 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 беги. Жопа боль. Жопа боль. Куда? Стрелочка, где? Да покажи ты. Я так и знал, да? Давай. Фу, я слышу прям такой щек вот у тебя. За затылок. О, лифт. Так, тихо. Не хочу я тут. Кто тут еще? Что это? Что это? Фу. Фу. Твою мать. Черт! Я надеюсь, это безопасная зона? Господи. Что это было вообще? Да, ну кто-то здесь. Я понял. Что делать-то? Твою мать, так надо сохраниться. Обязательно надо сохраниться. Да. Блин, у меня опять кончилась эта синенькая хрень. Стазис или как он там называется. Генезис, блин. Тихо. Это дырка. Тихо, тихо, тихо. Опять это. А почему его никто не убивает, я не пойму. Твое упрямство меня поражает. Держась за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. А я вижу. Он принадлежит детям. Найди так, радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. А у меня еще и аптечек нет. Слышишь? Чё? Придурок, ты тоже сдохнешь. Молись. Почему он так свободно ходит? Ты куда пошёл? Так, тихонько. Очень-очень медленно исследуем обстановочку. Так, кто здесь? Что тут? Так, дверь открыта. Это уже хорошо. Шагаем. Черт! 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 Вот он! А как? Я пока спрячусь. Меня нет. Твою мать, и еще эта психичка, блин. Аллилуйя. Аллилуйя. Какого хуя, ля-ля-ля. Подождите, подождите. Не все сразу, эти по очереди. Порядки очереди. Еще. Так, 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 так. Патрончики. Бежим, бежим, бежим. Трончики, бежим, бежим. А, деньги. А тут что, где выход был? А я могу обратно вернуться? Здесь как-то можно было зайти. Черт, они меня все перекрыли. Fucking shit. Shit fucking... Умри. Господи, без башки тут еще... Чего у вас так много? Подождите, подождите. Надо... Да ты сдурела! Кто тут? Шо? Нахер? Нахер? Так, и чё? Кто тут? Он прям рядом. Я его чувствую. Что-то все время блокирует двери. Я взломала защиту. Вперед! Да. Жди ты! Куда вперед-то? Какой вперед? Быстрей! Закрой дверь!
Господи, что это? Нет, нет, не подходи. Не подходи ко мне. Я обиделась. Я обиделась. Раз и навсегда. Ха-ха. О, ой, как взять? Возьми. Господи, какой... Опять эта хрень там. Где-нибудь сохраниться. Чё там? Да возьми тоже что-нибудь. Ты посмотри, чё. Вот подлец. Черт, здесь вообще ничего нет. Патроны, блин, закончились. Мне как-то нужно... Тихо ты! Эй, какой ты целкий. Все. Мне нужен этот баллончик, однозначно. Сейчас, тихо. 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 А, я его не убил. Умри. Перезаряжайся ты. Почему нельзя это делать на бегу? Тихо, тихо, тихо. Да подожди ты. У меня в горле пересохло, честное слово. Господи. Да что такое-то? Что ж. Ты жирный такой. Так, надо. Так, тихо. Аккуратно. Меня здесь нету. Слушай, опять эта хрень. Она что-то... Она выбрасывает вот эту... Дерьмо вот это. Еще орёт. Ой, фу. Какая-то... Смотрите. Я убил ее? Я убил, да? Да? Все? Опять. Не вот эта вот тетя? Напрягает, которая там стоит. Она что-то там не просто так стоит. Но по классике жанра мы же должны подойти к ней. Что-то там... Что здесь чувакает? Подойти к ней для того, чтобы она нас напугала. Не ссы. Прорвемся. Деньга. Слушай, у тебя мужик свалился с кровати. Подняла бы, что ли? Кислород. Понятно. Ладно. Мне нужно срочно сохраниться. Да, 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 я помню, вот они эти. Извращенцы. Что это? Что это? Это что, ребенок? А разве он был в тот раз? По-моему, тут еще не было. Или это кукла? Или что это, типа? Ребенок? Что-то довольно здоровый какой-то. Да, сохранение. Срочно, срочно, срочно. Да ты стой, ты на месте, блин. Так, так. Ой, давайте, наверное, сегодня закончим. Я немножко это передохну, а то у меня сейчас истерика начнется. У меня в горле пересохло все. Я так напугался, так напугался. В общем, давайте продолжим в другой раз. Всем спасибо. И пока. Приветствую вас, человеки. Я, единственный выживший в непонятном костюме, железнотрубивый.